Опа. Спасибо за сабскрайб, чувак. Спасибо большое. Пошел, вон, Мишутя. Не лезь, блядь, дебил, сука, ебаный. Ты чё, хуёво тебе сказали, что ли? Залезь нахуй нахуй обратно, блядь. Дебил, блядь. Я тебя сожмёт, блядь, нахуй ты. Блядь! Сука! Ебаный! Блин, отцепись, а. Успокойся ты. Копатыч. Копатыч. Или ты в задницу иди. Че ему надо? Сыр принести, блин? Че ему? Какого? Или раздеться перед ним? Так, ладно, давай я сниму. Сниму штаны. Чай пей. Чай я тоже пью, чувак. Все, блин, у меня с этого. На балансе. Оп. А теперь можно? Ладно, я пытался. Я думаю, маленький камень душ, головка салата, латука и немного пряжи подойдут. Какого фига? Это то, что нужно Шагарату. А, блин, я думал, достаточно штанов, штаны снять. Еще один смертный посмел вызвать меня. А че у него гейский какой голос? Ну хватит обо мне. Давай поговорим о тебе. Я мог бы заставить тебя съесть свои собственные пальцы. Или влюбиться в облако. Что возможно, же еще вам сделать? Превратить тебя во что-то полезное. Оторвать пиписю. Ну, прикрепить сиси. А что, пусть... идея? Чаечек кончился, дружище. Приходится сосать. Рибаса, братуха. Стой на месте, какого фига? Да стой, поговорить надо. Нет времени на разговоры. Хорошо. Мы видели это. Мы видели. Угу. Оно сбылось. Мы обречены. Какого фига? Прощай. Сейчас овцы будут кушать и умирать. Какого фига? Что может быть, блин, печальней, заставлять кисиков страдать, убивая, блин, овечек. Это грустно, ребят. Чума страха. Как? Какого это, конечно, да. На моих глазах сдохли, блин, овечки и собачки, а и при этом еще пострадали кисики. Блин, какого фига? За кисиков и двор, как говорится, стреляю в упор. Боги, здесь больной псих. Здесь больной псих? Сама-то кто, блин? На Шагарат моль, какого фига? Что-то как-то он странно работает. Ну вообще вот это жестко, конечно. Блин, тёлка какая-то сатанистка, блин. Что она делает, блин? Вот этот чувак, мне его прическа напоминает прическу этой. Как ее? Необы из Матрицы. Если вы понимаете, если вы знаете, о чем речь. Что такое Необы? Это не твое дело, черт побери. Тогда завтра все мы умрем. Тебе не напугать меня! Но разве смерть чем-то отличается от жизни? Какая чушь! Наша жизнь — это война. И мы солдаты. О, какой героизм! С
смерть может настигнуть нас в любое время, в любом месте. Не говори ерунды. Какого фига? Вы чё, поехавшие? Чё это было? Я чуть не обосрался, серьезно. О, коренирно. Ой-ой-ой. Вот этот типок потный. Вот этот типок потный. Он даст мне просраться, я, блин, вам гарантирую. Слушай, он за мной в воду полезет, интересно. О-о. Заходи, не стесняйся. Какой фиг. Блин, что за бред тогда? Какого фига, блин? Норды под водой дышат бесконечно. Я, блин, к этому жизнь меня не готовила. Пошел в жопу. Блин. Все атаки я парирую. Еще два левака и помастурбирую. Тихо. Но зато всплывает он как говно. Замечательно, да. Эльфийский щит. Че это у нас там такое? Это мышь или че это? Ты че, мышь? Километровая пещера, набитая, блин, врагами там, которые будут тебя фокусить. Их будет пятеро, а ты будешь один. Будешь терпеть просто. Гэнг-бэнг. Молодой аргонианин получил по самые гланды. Смотреть бесплатно, без смс-регистрации. Ты действительно думаешь, что я позволю тебе уйти? И я постараюсь, чтобы так... Это моя игра. И я изменяю правила. Я считаю, в данной ситуации нужно поставить один трек. Нужно поставить один трек. Моя игра. 98. Баста. Баста. 2-2-0-6. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Правила одни и цель одна. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни и цель одна. Со мной все нормально, ну что, что кровь из носа. Со мной все нормально, просто я стал очень взрослым. Со мной все хорошо, просто я забыл, как дышать. Я начал игру, но забыл, как играть. Все нормально, просто стало вдруг темно. На юге стало холодно, на севере тепло. Остался я один, сам по себе, сам за себя. Остался только Бог, который смотрит на меня. Я много раз ошибался, делал что-то не так. Но я вставал и делал следующий шаг. Я верил людям, которым верить нельзя. Они пользовались этим, но поверьте мне, зря. Были люди, да, на которых мог я опереться. Чистым сердцем помогали мне они. Но мои враги хотели смерти для меня. Но я разбил их планы, ведь это моя игра. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Правила одни и цель одна. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни и цель одна. Потрясающе. Хорошо, драчун. Следующие две сестры, два лесных эльфа. Это близнецы. Тебе придется уложить их обеих. Хорошо. Пойдем уложим двух сестричек. Твоя жалкая тварь. Ну, в общем-то, да, тут ты права. Покажи мне, что ты можешь. Че, сестрюня? Тяжко тебе? Даже не вспотел. У нас есть победитель. Поздравляю, драчун. Где-то 600 чистый. О, нет! Нет, нет, не подходи! Ох, великий чемпион! Я видел твой бой с серым принцем. Можно? Можно я пойду с тобой?
Я не буду мешать. Ну, для мема, конечно же, мы... Ну да. Ура! Ты лучше всех. Я буду повсюду следовать за тобой, наблюдать за тобой и целовать землю, по которой ты ходишь. И стоит Лыбец, просто глянь на эту. Да, о, могучий великий чемпион. Почему мне так смешно? Какого фига?